продолжая снимать обзоры, найду напитки. Еще один у нас будет обзор на, вернее, отзыв про употребление Asahi Muscle Farm со вкусом арбуза. Вот, сейчас вам расскажу более детально. Итак, ребят, касаемо данного предтренника, могу сказать, что это один из худших предтренников, который я пробовал. Хотя Muscle Farm одна из любимых моих брендов, вот. Но он вообще на меня никак не подействовал, даже с двух черпаков. Вот. Хотя вкус арбуз приятный, но вообще нифига. И как пампинг тоже не очень он раздувает. Хотя здесь сказано, что вот у нас нитрат оксида азота имеется. Вот. Значит, ценник у него около 1,5 рубля вот за такую баночку. Нет, даже 1750, по-моему. В общем-то, не дешевый. Но пропив примерно 2/3, он вообще на меня никаких впечатлений не произвел, реально. Ты с него не потеешь, не пампишь, а энергии с него тоже не особо. Хотя реклама у него очень хорошая. Давайте же посмотрим, что входит в состав. Итак, сахар, углеводы, то есть 2 грамма, витамин С, витамин Е, ниацин, В6, В12, кальций, вот, также бета-аланин, тирозин, аспаргиновая кислота, так, H-хлор, диметилглицин, также L-глицин, декстроза, так, креатин нитрат или ренин нитрат, БЦА нитрат 3.1.2 в пользу лицина, аквалину и изолицину. Вот. Из энергетики, что здесь у нас? Тоже непонятно что. А, вот таурин у нас есть, L-глютамин. В общем-то непонятно, нахера, вернее, почему делать такую красивую упаковочку, такую рекламу, но нихуя он не берет, реально. Просто нихуя. Давайте попробуем с вами его. Сейчас помогут там снять все грамотно. Собственно, смотрите. Такой же стандартный зеленый черпачок идет. Вот. Как я уже сказал, от одного вообще толку нет. Нужно 2. К сожалению, сейчас. Ну, вот так он выглядит, чуть-чуть розоватый, типа порошочек. Вот. Окружаем. Заливаем. Смотрим, как коктейльчик наш выглядит. Вот деревенский. Смотри, деревенский тепло. Собственно, вот такой вот пунш. Вкус арбуз. Очень вкусный. Вот пенкаем, видимо. Давайте, ваше здоровье, ребят. Надеюсь, меня вставят с него. Хотя ни разу еще не вставлял. Арбуз такой сильно приторный, концентрированный вкус, прям, но мне нравится. В общем, ребят, смотрите, пропив неделю, говорю, могу сказать, что он вкусный, по цене он средний из предтренников, но никаких эффектов от него я не почувствовал, принимая другие предтренники аналогичные, даже дешевле. Например, Джек, последний, который я пил, этот микро, он меня не вставлял, но от него был хороший памп, реально. То есть там оксид азота положили, аргинин какой-то там в смеси, вот. Здесь ни пампа, ни энергии, ни потливости я от него не чувствую. Хрен его знает, нахер нужно. Поэтому по эффекту я ставлю ему 1 балл из 5. Рекомендовал бы. А по вкусу арбузик очень достойный.
Поэтому, ребят, предтренинг очень слабый, не рекомендую. Хотя, кто боится сильных, можете попробовать. Может, вы почувствуете разницу. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся в следующих обзорах. Пока.